Вот облака и тень, а где-то дождь. Мы так привыкли к видимому небу. На самом деле тайны сыплет сплошь, все по-духовному, на вечную потребу. С небес сошел Спаситель и зачался в утробе девы, женщины не ставшей. Бог необъятный обитает в яслях и требовал, быть может, манной кашки. Но сейчас настало облако сокрыло, не перестая тусклое, но ширмой кучевой. И что за облако, не знавшееся с пылью, о том мы более не знаем ничего. Но это видела лишь кучка простецов, Лука поведал, избежав фантазий. На облаках грядет, разбудит мертвецов, кому-то будет самый-самый праздник. И проповедует о том и солнце, и луна, и мириады звезд, песчинки сверху. Так сколько ж там, не вычерпать до дна, в уме всегда греховные прорехи, земля. Уж тут-то столько институтов о травках, о животных, сон и книг. О вечности и звука все вместе совокупно. Жизнь общей красоты лишь только миг. А верующий искренно с Писанием согласен, что землю Иегова сотворил премудро. И верить коллапс в общий взрыв опасно, хотя безбожники глотают это сдуру. Земле еще ужасное страдание предстоит. Она сгорит, и все, что есть на ней, и обновится, примет новый вид. Что будет так, то скажем в нем бедней. На что не взглянешь, твердь о деле Божьем, вещает мудростью, покорностью в законах. Отвергнувшись Творца, на что ты стал похожий? Все видимое временное почти совсем условно. 24 января 2009 года.